Мы пытались добиться стратегического геймплея Command & Conquer в условиях совершенно иного игрового цикла. В классический RTS обычно играют часами и по несколько дней подряд, в то время как стратегические игры вроде Tiberium Alliances играют по несколько коротких сессий в течение целого дня. Начав игру, фанат вселенной Command & Conquer легко узнает классические юниты, например, танка Мамонта или постройки вроде электростанции. Но это не главное в CNC. Вся суть в определенном геймплее, в полностью управляемой системе боев. И мы старались перенести это чувство контроля над сражением и стратегии в жанр ММО с помощью системы, в которой вы видите, как ваши войска в реальном времени направляются к базе противника, вы видите, как повышается уровень построек врага. Если вы строите или создаете что-то, оно появляется моментально. Кроме того, вы можете переносить свою базу в любое место на карте, что добавляет динамичности всей игре. Все это позволяет добавить глубины в стратегический геймплей, оставаясь при этом верным традициям серии Command & Conquer. Как работает боевая система? Ваша база имеет свои источники ресурсов и постройки, а также обладает наступательной армией и зоной обороны. В случае нападения на мою базу, мне необходимо расположить защитные здания и войска в зоне обороны так, чтобы создать головоломку или лабиринт, через который атакующему игроку придется пробиваться на пути к моим ключевым постройкам. Атакующий игрок, с другой стороны, должен распределить свою наступательную армию на 4 волны с интервалом в 10 секунд между каждой. При этом само расположение войск в каждой волне влияет на эффективность их действия в бою. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы сила ваших войск была достаточна и использовала слабости врага, а также учитывала особенности ландшафта, которые могут замедлить вашу армию на пути к победе. И не забывайте о том, что если атакующим войскам удалось подойти к ключевым постройкам, то они должны быть правильно расположены для их уничтожения. Главная цель при захвате – взорвать строительный цех. Если вам удастся оставить своего врага без цеха, то ему придется найти себе другое место. Вы же получаете его территорию. А территория – это ключевой ресурс в войне альянсов друг против друга. Каждый альянс борется за контроль над стратегически важными местами на карте мира. В этом весь смысл игры. На данный момент эта игра находится в стадии открытой беты. Это браузерная Play for Free игра, не требует никакой загрузки или установки на ваш компьютер. Просто зайдите на сайт www.tiberiumalliances.com и попробуйте сами.